Стало скучно? Получай новую порцию свежих пранков. Эклеры с пастой, яблоко с червяками и ММДМ с луком. Какой пранк тебе по вкусу? Смотри и выбирай. Волшебное яблочко для Белоснежки? Нет, кое-что получше. Нам необходимо отварить немного макарон ризони, которые по форме напоминают рис. Выкладываем их в готовом виде на тарелку. Даем немного просохнуть. С помощью черного пищевого маркера превращаем макароны в личинок. Рисуем характерные точки. Пока личинки отдыхают, подготовим яблоко. Вырезаем сердцевину. Вкладываем внутрь нашу живность. Вставляем зубочистки и накалываем на них вырезанную часть. Переворачиваем яблоко. Устроим легкий перекус. Кусать мое яблочко не стоит, можно уколоться зубочисткой, поэтому разрезаю его на две части. Внутри оно выглядит как общежитие для личинок. Я смело откусываю кусочек, а вот подруга не выдержала и упала в обморок. Видимо, она очень впечатлительная. Очнись, Белоснежка! Если подруга так любит фрукты и овощи, что готова их есть даже червивыми, то я порадую ее сладким перцем-сюрпризом. Лепим продолговатое тельце червячка из белой жевательной конфеты. Зубочисткой продавливаем кольца поперек туловища. А черным пищевым красителем рисуем глазки и хвостик. Поставим червяков в холодильник. И приготовим для них дом. Из большого болгарского перца вырезаем черенок и достаем сердцевину. Запускаем внутрь наших милых червячков и ставим черенок на место. На глазах у подруги разрезаю сочный сладкий перец, открывая верхушку. Кто там у нас живет? Привет, мои крошки! На глазах у изумленной подруги беру одного червячка и отправляю в рот. Выглядит гадко, но зато можно сделать оригинальное фото и прослыть бесстрашной поедательницей червяков. Обязательно попробуй. Что за дивный запах у этих ММДМС, такой луковый. Может, теперь они выпускаются с новой начинкой? Луковицу разрезаем на две половины. Берем горсть ММДМС и смазываем луковым соком. Кладем конфеты обратно в упаковку и заклеиваем термоклеем. Открываю пачку и угощаю подружку конфеткой. Она скривилась, видимо, луковый аромат ей не по вкусу. Я делаю вид, что ем, а на самом деле прячу конфеты в карман. Ой, похоже, подруга разгадала мой секрет. Пора бежать. Берешь кофе на вынос. Аккуратнее, стаканчик может быть коварным. Вырезаем дно в бумажном стаканчике. Пищевую пленку натягиваем на горлышко и делаем углубление в центре. Наливаем туда немножко воды и плотно закрываем крышечкой. Отрезаем лишнее. Подруга открывает кофе. Ой, что за водопад! Да уж, действительно, пранки – это бездонный источник веселья. Подруге скучно. Развеселю ее моим спиннером. Достаем из спиннера заглушку, заливаем подшипник термоклеем. Возвращаем заглушку на место. Подруга заглядывает мне через плечо и читает мою переписку. Вот, пусть отвлечется спиннером. Похоже, что он с дефектом. Крутящий момент совсем не такой крутящий, как прежде. С таким спиннером далеко не уедешь. Если подруга не отличается терпеливостью, то этот пранк точно для нее. Главное – забрать у нее телефон. Нам понадобится много-много разноцветных резинок. Можно нарезать их из шариков. Надеваем резинки на корпус телефона. Чем больше, тем лучше. Подкладываю телефон в карман подруги. Она достает его. Что это? Двусторонний резиновый чехол? Очень смешно. И кто все это будет распутывать? Кажется, я знаю. Приготовлю для подруги самый вкусный десерт. С сюрпризом внутри. Берем эклеры и детскую зубную пасту для детей до 3 лет. Ее можно глотать. Выдавливаем пасту в емкость.
У толстого шприца отрезаем часть корпуса с наконечником и набираем пасту. Надрезаем эклеры и наполняем их необычной начинкой – вкусняшка. Угощаю подружку своим фирменным десертом. Я откусываю от обычного эклера, а вот подруга впивается зубами в пирожное с сюрпризом. Бедняжка. Похоже, кто-то только что случайно почистил зубы. Ничего, у меня тоже есть сюрприз. Спрайт к твоим эклерам. Из бутылки выливаем спрайт в чашку. Вместо него наливаем ополаскиватель для рта. Доливаем спрайт до нужного количества. Приношу свою часть к сладкому столу. Подруга захотела пить, как кстати. Она делает глоток. Ой, пора бежать. Она тоже вскакивает, чтобы выплюнуть эту гадость. Ватные палочки – это не только практично, но и сладко. Снимаем обычную вату с палочки. Открываем сладкую вату и накручиваем вместо обычной. Складываем сладковатные палочки в коробку. Подруга берет ватную палочку, чтобы поправить макияж, а я беру свою и начинаю ее жевать. Она пробует повторить мой фокус, но сколько ни пробуй обычную палочку, она не станет сладкой. Как насчет чая с сэндвичами? И с моим любимым клеем. Достаем из контейнера клей-карандаш и очищаем холдер. Собираем стик обратно и наполняем его маслом. Лишнее чистим салфеткой. Масляный клей готов. Подруга пьет чай, а я открываю клей и смело намазываю его на хлеб. Она смотрит недоверчиво. Даю ей попробовать. От такого клея рот точно не склеится. У меня есть отличный пенал для пранка. Разыграю подругу. Возьмем пенал на липучке и скрепляем застежку с помощью пластиковой стяжки. Отрезаем хвостик, а стяжку прячем под бант. Даю подруге пенал, она пытается его открыть, но ничего не получается. Естественно, он ведь надежно закрыт. Без хирургического вмешательства не обойтись. Ничего, отложу пенал в сторону и возьмусь за свои исхудавшие мелки. Восковые мелки освобождаем от этикетки. Отрезаем верхнюю и нижнюю части. И соединяем их с помощью тонкой проволоки. Для этого кончик проволоки нагреваем над огнем и вставляем в мелок. Опускаем карандаш нужного цвета в горячую воду. Так можно легко снять этикетку, не испортив ее. Когда бумага высохнет, заворачиваем в нее наш мелок Light. Подклеиваем край. Даю подруге один карандашик. Что такое? Он разломался прямо у нее в руке, негодяй. И второй туда же. Что с этими мелками сегодня? Крутятся в разные стороны, как хотят. Вкусный апельсин всегда поднимет настроение, а мой соленый еще и повеселит. Соль заливаем водой, чтобы получился насыщенный раствор. Набираем его в шприц и наполняем цитрус. Чищу апельсинку и угощаю подругу. Она откусывает сладкий кусочек или не сладкий. Да нет, съела и не скривилась. Может, я взяла не тот апельсин? Попробую сама. О боже, какая гадость! Кисло-соленый вкус, это что-то! Надо же было самой попасться на свой пранк. Помада осталась совсем на донышке. Нужна кисточка для губ. Как хорошо, что есть подруги. Кисточку для губ тщательно натираем зубчиком чеснока. Подруга с радостью дает мне кисточку. Выкручиваю и пытаюсь нанести помаду. Что это? Пахнет чесноком так сильно, как будто я собралась на битву с вампирами. С таким запахом от меня разбежится не только нечисть. На прогулке попробуй наш маленький меховой розыгрыш. Склеиваем в пушистый хвостик кусочек искусственного меха. Пока подруга не видит, креплю мех на носок обуви. Страшный зверь. Незаметно щекочу ей ногу. Она испугалась, не понимает, кто это делает. Повторяю свой трюк еще несколько раз. Может, это кошка? Или какой-то таинственный зверь? Или подруга, которой нечего делать? Что может быть лучше, чем сочный мандарин?
Берем мандарин и красный пищевой краситель, разбавленный водой. Набираем краситель в шприц и несколько раз прокалываем мандарин в центре, наполняя его красной жидкостью. Лишнее промокаем салфеткой. Подруга чистит свой мандарин. Что с ним? Какие-то красные разводы. Выглядит мало аппетитно. С этой мандаринкой явно что-то не так. Может, она генно-модифицированная? Я бы такое есть не стала. Какие из наших новых пранков понравились тебе больше всего? Кофейный стаканчик без дна, соленый апельсин или клей с маслом? Называй лучшее в комментариях. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. День – время розыгрышей!